продолжают жаловаться на состояние виадука. И сегодня, после снегопада, мы решили проверить, как его почистили и удобно им пользоваться. Из-за теплых температур снег, естественно, растаял. Можно сказать, что покрытие защищает людей от того, чтобы они не поскользнулись, но пока нет корки льда. Больше всего люди жалуются на то, что конструкция постоянно ходит ходуном, особенно при сильных порывах ветра. С учетом того, что ее обшили профлистами, проблему удалось немножко решить, она менее колеблется, но если будут сильные ветра, как вчера, скорее всего, это не сильно поможет.